чайки – это род птиц, которые обитают как на внутренних водоемах, так и на морских просторах. Они живут возле людей и имеют от этого огромную выгоду. Как правило, это крупные или среднего размера птицы. Тут чайка поймала белку и глотает ее всю сразу. Интересно, как она сможет взлететь после этого? Наглости этих птиц нет предела. Зачем охотиться, если можно просто отнять? Эти всеядные хищницы глотают все, что могут поймать. И птиц, и животных, и насекомых. Чайка не боится нападать даже на хищных птиц. Вроде сапсана, чтобы получить свой кусок. А эта огромная чайка сумела прогнать сокола и поживиться его добычей. Так что размер имеет значение. Этой птичке не повезло, стала добычей. Чайки не брезгуют и морепродуктами. После такого ничего нет удивительного. Чайки нападают и на пеликанов, пытаясь отнять у них добычу. Пеликан больше, но чайки на это наплевать, все равно упертые, тащат, отнимают у него рыбу. И только когда к пеликану подоспела подмога, тогда она отступила. Они воруют все, до чего могут дотянуться. Даже поедают огромных животных, несмотря на их размеры. Коты тоже страдают от чаек, от их бесцеремонности. Вот и здесь кот остался без рыбки. Надо быть порасторопней. А этой наглой чайке захотелось попробовать корма кошачьего. А она просто с помощью клюва утащила кошачий корм с банкой. После чего спокойно ставит банку на землю и начинает поедать корм. Их наглости и бесцеремонности можно позавидовать.